Надеюсь, меня никто... В этом письме говорится о поместье Одессы. Они хотят забрать его. Любыми средствами. Претендент на брак с Одессой погиб вскоре после их знакомства. Правитель Мегариды пытался устроить брак Одессы. Легкий способ завладеть поместьем ее отца. Здесь сказано, что Одесса нанимала кого-то еще. Но зачем? Думаю, этого хватит. Пора вернуться к Одессе. Я на месте. В этом доме должно что-то быть. Надо быть осторожнее. Здесь очень много охраны.
Тебе сюда нельзя, уходи. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Ты подраться хочешь? Нет! Стой! Стой! Стой!
зомби! Никого нет. Вы еще не закончили? Понял? Малака, вы дали ему уйти. Когда ты вернешься, я тебя прикончу. Yeah! Ah!
Ищу укрытие. Лишь бы не заметили.
Надеюсь, меня еще не заметили. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Yeah!
Правителю Мегариды нужно поместье Одессы, и он хотел устроить ее брак, чтобы завладеть землями после смерти ее отца. Но, судя по письмам, один из претендентов на этот союз был убит. Одесса нанимала кого-то еще. Но все же трудно сказать, есть ли в этом ее вина. Ты вернулся. Надеюсь, с новостями. Дела подождут. Давай сперва развлечемся немного. Я не уверена, что хочу этого. Мне казалось, я нравлюсь тебе. Иногда и мне так казалось, но этого мало. Давай сосредоточимся на деле. Тот, кто должен был жениться на тебе, убит. Я... Возможно, его убили те, кто охотится за мной. Ты нанимала других мистиев? О, для мелких поручений. Наемникам всегда можно найти применение. Я знаю достаточно и могу сделать вывод. И какой же? Ты не заслужила такого. Ты лишь хотела жить своей жизнью. Конечно.
Я ни в чем не виновата. Если мой отец будет здоров, я смогу отправиться в путь. Сможешь. И очень скоро. Здесь я трачу свою жизнь впустую. Перемены иногда приходят быстро. Уж поверь. Вот и все. Мы закончили все свои дела. Зачем же прощаться? Оставайся со мной. Ты мне очень помог. А еще я не прочь уехать отсюда. Ясно. А как же твой отец? Ему гораздо лучше, благодаря тебе. Ты не боишься, что его будут преследовать? Я расскажу все, что ты выяснил, тем, кому доверяю. Его не тронут, побоятся огласки. Добро пожаловать в команду. Вот и утро. Хайре, я могу чем-то помочь? Думаешь, ты особенный? Что? Думаешь, раз стал героем Спарты в Мегариде, теперь все должны тебя уважать? Не верится, что меня просят возвести статую в твою честь. Я выполнял свой долг. Но да, статуя
Это слишком. Прежде чем я соглашусь изваять статую в твою честь, ты должен сделать кое-что для народа. Стая волков нападает на мою деревню. Хочешь стать истинным героем? Это твой шанс. Волки? Да, волки. Не какой-нибудь чванливый спартанец в нелепом шлеме. Предлагаешь мне поохотиться на волков? Да, нужно перерезать всех. Ты согласен? Я берусь. Ты отважен, Мисти. Вернусь, когда закончу. Мегарида. Город свиней. Это ты? Удалось их убить? Они мертвы. Все до одного. О, Аполлон, спасибо. Это тебе. Это моя работа. Эй, ты! Ходи! Говорят, скоро привезут еду. Вроде как нас ждет сюрприз. Надо? Могу поспорить, что командир... В твоем месте я бы... Опасное место. А?
Что-то там мешает.
убил отца. Приемного отца. Ну, думаю, в таком случае боги не будут с тобой строги. Николаус вырастил меня, обучил. Он был моим отцом, хоть и пытался меня убить. Это плохо или нет? Неважно. Не только у тебя были трудности в семье. Да. Я рад, что ты со мной, Варнава. Это взаимно. Как я могу тебе помочь? Найдем мою мать. Она жива, Варнава. То есть, Николаус так думал. Отлично! Слава Гере! Что теперь? Куда плывем, капитан? Первым делом в Факиду. Там меня ждет Элпинор. Он должен мне деньги и разговор. Добро, Алексиус. Заодно можем попросить совета у Пифии. Дельфийский оракул знает ответы на все вопросы. Я подумаю об этом. Славно. Даже цари прислушиваются к советам Пифии. В ее руках судьба мира. Говорят? Да, я знаю. Хватит разговоров о ней. Хм. Ну, хорошо. Ты знаешь, где искать Элпинора, верно? Он в лагере паломников. Но перед смертью Николаус предупредил меня о змеях в траве. Похоже, тебе нужно подготовиться. Пусть лучше Элпинор готовится. Ищи меня в храме Аполлона в Дельфах. Как покончишь со змеями? О, Алексиус! У меня совсем из головы вылетело. Твой дом постигла ужасная участь. Тот старый дом? Да он едва стоял, такой был ветхий. Я о Кефалине. На острове свирепствует болезнь. Она пришла из Каусаса. Столько людей погибло, а лекарства нет. Малака, жрец был прав. Только скажи, и мы сразу отправимся назад, на Кефалинию. Спасибо, друг. Я это запомню. Вперед. Элпинору многое придется объяснить. Thank you.